И все же, куда мы покатим мир? И прежде чем покатить, давайте сказочно присядем перед дорожкой. Мир бодро катился в тартарары. В этом многие были уверены. Тартарары – это такое страшное место, где никто не был, но все знают, что если уж туда кто-то попал, то уж насовсем и навсегда. Вот туда и катился мир. Вы спросите, почему он катился именно в тартарары, а не в какое-то более приятное место? Так это же очевидно, потому что слишком многие люди в это поверили. Да и как не поверить, если тебе со всех сторон нашептывают, говорят, кричат. Мир катится в тартарары. Наступает конец света. Неслось из газет, журналов, с экранов, и многие в это поверили. Апокалипсис не за горами. Провозглашали пророки, и многие верили, что да, не за горами, буквально вон за той многоэтажкой, притаился и только ждет сигнал. Грядет Третья мировая война. Ну да, нам этого не избежать. Куда катится мир? Переговаривались старушки, глядя на молодежь. Носы в пирсинге, руки в тату. Куда катится мир? Ахли покупатели, глядя на цены, которые со вчера выросли, как будто их всю ночь из леечки удобрением поливали. Куда катится мир? Вздыхали пенсионеры, пряча в кошельки пенсии, которые, конечно, тоже росли, но за ценами угнаться стабильно не могли. Куда катится мир? Ужасались родители, отчаявшись оторвать детей от компьютеров и выгнать погулять или хоть книжку почитать, что ли. Куда катится мир? Горестно вопрошал депутат, глядя из окна машины на двух бомжей, дерущихся из-за пустой бутылки. А мир тем временем, нерешительно покачавшись, силой мысли многих людей был направлен куда? Правильно, в тартарары. Туда ведь главное первоначальное ускорение придать, а там дело само пойдет. И тут, откуда ни возьмись, появился мальчик, который встал у катящегося в тартарары мира на пути. Мир, конечно, мог его смять и раздавить, но не стал, потому что очень удивился. Детка, что ты делаешь? Я хочу мир! Куда? Счастливое будущее, где солнце, цветы, радость, где большая детская площадка, где все для всех всегда есть. Ах, какое же ты забавное дитя. Придумал себе какое-то счастливое будущее. Всем же известно, что мир катится в тартарары. А мне неизвестно. И мой мир катится совсем в противоположную сторону. Я все равно его буду туда катить. Кати, кати. Хоть поиграешь напоследок. Хочу цветы. Да ладно, надо помочь этой мелюзге. Ну не бросим же мы нашего малыша. И мир вздрогнул и стронулся с места. Не в тартарары, а совсем в другом направлении, потому что миру, в принципе, все равно, куда катиться. Куда толкают, туда и катится. Куда катится мир? Спрашивают друг друга те, кто все еще сидит на лавочках, на диванах и у телевизоров. А те, кто катит, ничего не отвечают. Некогда им отвечать. Дело делать надо. Ну их те самые тартарары. Еще неизвестно, что там. А вот счастливое будущее – другое дело. Туда и мир катить приятно, особенно если всем миром.